Эй, привет, мой дорогой друг! Время позалипать ютубчик, тем более, что у нас подъехал Elder Scroll Skyrim. Bad boy is a game! Так, ну что ж, ребята, мы в Саартале нашли вот такой магический шар. И нам нужно поговорить с архимагом. Но здесь еще есть комната, в которую в прошлой серии мы не зашли. И здесь мы должны, по идее, изучить крик, новый крик. Давайте сначала изучим. Получим эту магию. Изучена силы слова лед, ледяная форма. Давайте прочтем, что же... Нет, не в предметы, в магию. Крики и ледяная форма. Ваш тулум превращает противника в глыбу льда. По идее, я могу это изучить. У меня есть одна душа дракона. Но пока. А это смертный приговор. Что-то я не помню, чтоб я такое изучал. Говорите, и пусть ваш голос будет вестником злого рока, ибо слабеет жизненные силы противника и его защита. Интересно. Будет свободное очко дракона, вот этот вот душ, то я, возможно... Так, имперский шлем. Не знаю, у меня есть... Ну, о, эльфийский меч. Массовый паралич. Кольцо. И иллюзии. Я это все заберу для своего музея. Кто не знает, что за музей, сверху ссылочку на видео оставлю. Это, если что, мод «Наследие дракона». Очень глобальный мод, требовательный, сразу предупреждаю. А, ну мы здесь бегали-прыгали, я понял. Это мы в начало вообще вышли. Угу. Даже не скажу, что там дверь была, я ее даже не заметил. Вот так вот ходишь, ищешь, смотришь, осматриваешь все. И даже не видишь элементарных дверей. Так, и мне получается, куда нужен-то вообще? А, ну в коллегию. Все, понял, погнали. В коллегию. В коллегию. Можно будет, кстати, в коллегии поискать каких-нибудь магов, которые смогут меня чему-нибудь интересному научить. Или у кого-нибудь даже там поискать книги какие-то, может быть, новые заклинания интересные. Он из-под земли вылез. Где ты там? А я без защиты иду. Очень больно он наносит. На всякий пожарный сразу накинем. А это что? Подожди, а ты что за громила? Что с моей точностью? Ого, попало, блин. Отхилимся. Пока тут новые челобарики не пришли. Имперский лук. Железный кинжал. Меховая броня. Кожные сапоги. Окей. Стрелу тоже заберем. Стрелы пригодятся нам еще. Собираем, конечно же, ягодки, потому что нам нужно прокачивать. А, на коробейников она напала. Большие рога. Интересно, заберу железная руда, золото.
крыло лунного мотылька. Они что здесь нападали на этих? Эльфийское ухо? А, ну это... Вот это можно не собирать. Тут еще кто-то валяется. Бандит. Так, золото. Охотился здесь на оленей, значит. Это браконьер. В общем, собираем ягоды, всякие вот эти штуки, для того, чтобы прокачать алхимию. Потому что в дальнейшем мы сварим очень крутое зелье. Винтерхолд. Сейчас, кстати, заодно и поищем. Сейчас сдадим квест. И нам должны дать сразу будет следующий. Основной квест. Коллеги. Так, вот сюда мне нужно. Покои архимага. Мне же там архимагу был, надо было доложить. Интересно у него здесь. Здрасте. Ты здесь относительно недавно, да? Я видел тебя несколько раз, но мы еще не общались. Нет. Тогда позволь представиться. Я Савос Арен. Архимаг коллегии Винтерхолда. С гордостью могу сказать, что здесь преподается и изучается почти любой аспект магических искусств. Но я не потерплю каких-либо исследований или экспериментов, которые могут нанести предумышленный вред другим магам коллегии. Я достаточно ясно выразился? Так, я насчет Саартала. Только не говори мне, что кого-то из учеников опять испепелили. У меня и так дел по горло. Бывает и такое, да? Мы нашли какую-то сферу. Толтфирд хочет, чтобы ты ее осмотрел. А, понятно. Я полагаю, что Толвдир даст более точное объяснение. Спасибо. Теперь я об этом подумаю. Толвдир присматривает за вами, да? Поскольку он сейчас занят, а мне нужно посмотреть на находку, я думаю, тебе стоит попытаться что-то выяснить. Поговори с Урагом в Арканиуме. Выясни, знает ли он о чем-то похожем на твою находку. Это библиотека. И ты молодец. Вот, держи. Если еще соберешься полазить по нордским руинам, это может пригодиться. Посох. Кстати, мы тогда еще посох забрали. Сейчас посмотрим, что там за посохи. Так. Давайте, наверное, пообщаемся с ним. Так, должно быть опасное исследование, это источник постоянных... это источник постоянных проблем. Нет, это редкость. Конечно, иногда нужно идти на риск, но я пытаюсь избегать преждевременных смертей. Кроме того, нам нужно избегать дальнейшего ухудшения отношений со Скайримом. Каково предназначение, коллеги? Предназначение? Полагаю, оно очевидно. Магия — могущественная сила, а не пугало для простолюдинов и игрушка для политиков. Магия создает миры, дарует рождение и смерть. Она заслуживает уважения и тщательного изучения. Здесь, в коллегии, мы можем сосредоточиться на постижении магии, не отвлекаясь на трудности повседневной жизни. Так, ты когда-нибудь встречался с орденом псиджиков? Лично? Нет. Один из них, правда, был советником архимага, когда я был еще учеником. Но это было очень и очень давно. Еще до того, как все члены ордена были отозваны на остров Артеум, который затем бесследно исчез.
Мне бы хотелось побольше узнать об истории коллегии. Самые ранние документы, что я видел, датированы концом второй эры. Что было раньше, трудно сказать. Боюсь, события последних столетий стоили нам значительной части нашей истории. А что случилось за последние столетия? Великий обвал, как его теперь называют. Ужасная природная катастрофа, опустошившая эту местность. Коллегии повезло гораздо больше, чем Винтерхолду, но и нас это событие затронуло. А что вызвало Великий обвал? Никто не знает причины. Кто-то полагает, что всему виной извержение Красной горы, проявившее себя таким странным образом годы спустя. Я знаю, что кое-кто обвиняет в катастрофе коллегию. Уверяю тебя, мы не имели к этому никакого отношения. Ага. Так. А расскажи мне еще о Великом обвале. Море призраков как будто ожило. Никто этого не ожидал. Чудовищные волны накатывали на берег неделя за неделей. Винтерхолд был городом древним и хорошо укрепленным. Но даже ему было не под силу устоять перед яростью морских волн. За одну ночь в воду погрузилось несколько кварталов. Со временем море успокоилось, но ущерб был слишком велик. Многие жители Винтерхолда покинули то, что осталось от города. А коллегия выстояла и стоит до сих пор. Вот почему, значит, ладно, мосты разрушены. Так, это... То, падение здесь... Саартала. А я могу ее только украсть, к сожалению. Помогать тебе на протяжении всей жизни, а то и нескольких жизней. Так, может быть, у меня есть... талант. Какие-то чары. Так, нежить уровня 7 и ниже обращается в бегство. Увеличение здоровья. Вот это я одну точно захаваю. Так, зачарование, наверное, вот это... тоже одну захаваю. Так, кольцо иллюзии. Заклинание иллюзии расходует на 15% меньше магии. Не знаю, у меня, по-моему, было такое. Подожди, кольцо расходует... Так, стойка. А у меня там что за кольцо вообще одето? Кстати, сейчас заодно и посмотрим. Кольцо мало... А, это одетое мое кольцо. Ой, ой-ой-ой, что я сделал? А я могу только... А, я только одно кольцо могу, да, носить? Всё, это... Да. Заклинание расходует на 3% меньше магии. Или магия восстанавливается на 25% быстрее. Ладно, оставлю пока Катошу. Так, давайте посохи посмотрим. Что нам за посохи там такие интересные дали? Вот посох Юрика мы нашли. Наносит 25 единиц урона и отнимает вдвое больше единиц магии. Угу. И этот нам дал посох магического света. Светящийся шар, который держится 60 секунд и прилипает к точке, куда вы... Понятно. Это тот же свет, который я просто выпускал. Ну да, тут, скорее всего, ничего забрать нельзя. Какие-то сапоги, кстати, интересные. Так, необычный камень я могу взять, потому что есть небольшой квестик на эти камни. Давайте сразу заберу. Оп. Сразу у нас появляется квестик отнести необычный камень каменщику. Оп, записочка. Так, исследовательские записки Шалидора, подробно излагающие создание усиленных зачарований с помощью преобразования драконьих чар карторов и картаров. Чары используют смертными. Так, я сделал это. Мне удалось украсть у Акатоши, или скорее украсть у его детей, у драконов. Во время своих исследований драконьих жрецов я отыскал последнее пристанище Картора или Кортора, одного из величайших мага культа дракона. Жалкому ублюдку удалось чем-то
привлечь внимание этого заговаривающего придурка Шеогарата. Может быть своеобразным магическим мышлением, которым обладает любой маломальский маг на своем пути к величию. Или, возможно, он случайно надел одежды, цвет которых показался раздражительным для Шеогарата в тот день. Нет никакого истинного способа узнать рассуждения сумасшедшего, а тем более бога безумия. Независимо от причин, он решил одарить Картора великой щекотки, которая резко снизила его запас магии. Однако какой-то дракон жалился над ним и создал для него маску, снижающую стоимость любого заклинания, которым пользовался Картор. Вот, ну тут, короче, тут маску, да, мы ищем. Теперь маска Карторов в моих руках. Картора в моих руках. И она передала мне все свои секреты. Нет, не только свои секреты, но и секреты всех артефактов, созданными драконами. Я нашел причину, почему чары драконов находятся за пределы возможностей смертных чародеев. Понял давно забытое ремесло. Ответ, конечно же, невероятно прост, но только для таких ученых мужей, как Шеладор. Чары драконов отличаются от чар смертных магов, потому что они не используют души зверей и даже души людей. А, ну, кстати, да. Нам бы тоже, я говорил, что нам бы позахватывать души. Короче, вернем обратно. В записке просто сказано, что используйте души своих убитых врагов. Так, давайте по ингредиентам поглядим. Большие рога. Мы такое не видели, мы такое не знаем. Малые рога. Эльфийское ухо. Так, отлично. А, у меня капюшон слез. Капюшон одену. Так, что мы можем приготовить? Сопротивление огню, уязвимость к яду. Слушай, но это вообще неплохо. Это вообще неплохо. А, вот сопротивление огню еще можем сделать. Так. Не удалось. Ну все. Так. Да. Больше здесь ничего приготовить, к сожалению, не получится. Ну, отлично, отлично. Так, ну что? Может, еще побегаем здесь? Посмотрим, что у него. А тут лестница вроде была. Хотя здесь смысла бегать нету. Давайте мы, наверное, все-таки отправимся в библиотеку. Я в этой библиотеке уже, кстати, бегал чуть-чуть. Я думал, может быть, получится. Слушайте, а куда я вышел вообще? Карим. Карим. А, вот, да, это я в библиотеке. Вот он, Торг. На то, чтобы собрать эту коллекцию, ушли сотни лет. И она останется в идеальном состоянии, понятно? Понятно, понятно. Так, я хочу узнать об одном предмете, что мы нашли в Саартале. Я знаю, что тебе нужно. Новости тут разносятся быстро. Нашли что-то таинственное, да? Можешь даже не спрашивать. Нет, у меня для тебя ничего нет. По крайней мере, уже нет. У тебя нет ничего, что могло бы помочь? Говорю же, уже нет. Арторн украл часть наших книг и сбежал в крепость Фелглоу к этим призывателям. Этакая мзда за вступление в их ряды. Кажется, в одной из них были сведения, которые тебе нужны. Если хочешь вернуть эти книги, поговори с Арторном. Ну, конечно, конечно. Как еще по-другому? Потрясающая библиотека у тебя. Маг хорош настолько, насколько он эрудирован.
Я стараюсь предоставить вам как можно больше знаний. Мы собираем нашу библиотеку со второй эры. С годами книги появлялись и исчезали, но в целом собрание только расширяется. Так. Я вроде... Да, я у него спрашивал, что на продажу есть. У него очень дорого. Так, ты ищешь какие-то конкретные книги? По правде говоря, да. Ты что-нибудь знаешь о Шалидоре? Очень могущественный маг первой эры. Он достиг несравненного понимания природы магии. Он поселился в Лабиринтиане и посвятил свою жизнь исследованиям. Написал больше трактатов, чем ты можешь себе представить. С тех пор его писания разошлись по Скайриму. Но от них мало проку тем, кто не в состоянии их перевести. Я один из немногих, кто может. Говорят, недавно всплыл еще один его трактат. Если ты сможешь его найти, это принесет пользу всем нам. Окей. Так, что эти маги делают в крепости Фелгоу? Назовем это расхождением во взглядах с коллегией. Они хотели проводить исследования, которые выходят за границы дозволенного в коллегии, так что их убедили уйти. Угу. А кто такой Ортон? Артур. Он был учеником тут в коллегии. Не очень умелым, но он втерся в доверие к группе магов, которым понравился. Когда они ушли, он убежал за ними. Украл материалы и книги из коллегии. Видимо, чтобы выставить себя в лучшем свете. Угу. Но ведь должно же быть кому-то дело до того, что Артур обокрал коллегию. Не настолько, чтобы кто-то этим занялся. Архимаг Арен обычно пускает такие дела на самотек. Хотя, похоже, теперь тебе придется с этим разобраться. Удачи тебе. Так. А я могу чем-нибудь помочь коллеге? Если тебя тянет на приключения, я буду рад, если ты поможешь мне добыть ценные книги из небезопасных мест. Так, я не прочь отправиться на поиски приключений. Ну, хорошо. Вот, я записал тебе место, в котором, по слухам, находится книга. Сходи туда, но будь осторожнее. Души черные и белые. Понятно. Так, найти украденные книги у нас. Можно, в принципе, потихонечку туда отправляться. Эй, ты, у меня к тебе дело. Ты недавно из Саартала, да? Мне стало известно, что вы там сделали находку. Да, Архимаг уже знает. Мне это уже известно. Толвдир еще в Саартале, да? Я буду ждать полного отчета по его возвращении. Какое это отношение имеет к тебе? В Саартале обнаружили что-то достаточно важное, чтобы Толвдир прислал с этой вестью нового члена коллегии в одиночку. Откуда следует вывод, что находка имеет отношение ко всем, особенно ко мне. Спасибо за помощь. Можешь идти. Это мутный тип. Спасибо, что разрешили. Скорее, погнали. О, я высоко, да? Вышел. Или нет? Да, да, да. Мне нужно... тоже скорее... А, это с двух сторон выход на улицу, я понял. Вот, лестница вниз. Зал стихий. Так, нам сюда. Где выход-то? Вот. Я думаю о множестве важных вещей. И тебя, Саня. Нам точно нужно разговаривать? Да нет. Так, ну мы, как я понимаю... А нет, мы тут еще не были в крепости Фелгоу. Но я тут где-то рядом бегал. Так, окей, давайте до Винтерхолда тэпнемся. И оттуда уже
Побежим. Нет, в другую сторону. Говорят, стражи рассвета возрождаются. Может быть, мы еще интересно что-то найдем. Кстати, вот мы когда пробегали, там шахта была. Можно в шахту сходить будет. Зачастую в шахтах что-то интересное прячут. Может быть. В этот раз нам что-то повезет. И мы тоже что-то интересное найдем. Так, накину я-ка на себя защиту. Можно даже приглушение шагов накинуть. Почему нет? Саблезубы. Так кто им здесь стоит? Дозорные. Любуются видами. Хотя сейчас буря снежная идет. Там ничего не видно. Что они там высматривают? Непонятно. Что такое? А, это руины какие-то. Вот, кстати, шахта, да, которую мы пробегали. Стражник Винтерхолда. Приходилось о тебе слышать. Свистящая шахта. Свистящая шахта, блин, это смешно. Бандир. Торгар говорит, что скоро мы найдем ценные камни. Угу. Вы будете купаться в золоте, говорил Торгар. Когда же это произойдет? Торгар? Об этой шахте скоро заговорят по всему Скайриму, вот увидишь. Она войдет. Я куплю все, что тебе удалось добыть. Ага. До встречи. Блин, я продам. В шахте надо быть внимательным. Не то пропустим руду, минералы или... Я продал случайно. Торгар говорит, что я лучше всех дроблю камни. Кошелек с монетами. Давай сбегаем в саму шахту, посмотрим, что здесь есть. Здесь тупик. И здесь тупик. Очень маленькая шахта. На самом деле. А вот железная руда. По красным. Что это красное такое? Ну, я могу ее подобывать. И рубин. Круто. Железная руда. Все. Мы тут очень давно, но даже железо пока не нашли. А я нашел. Я нашел и сваливаю. И сейчас, кстати, в печке сразу переделаем железную руду, слитки. И немного кузнечное дело, возможно, прокачаем. Почему? Так, выйти разное. Или нигде не безопасно. Нет. Конечное дело, мы не прокачали. Ну, чуть-чуть там улучшилось. Но очки мы не прокачали. О, волки. Навык разрушения повысился до 37 уже. Так, я заберу все-таки у них волчью шкуру. А я еще что-то там забрал. Серебряное кольцо какое-то. Мы пришли преподать тебе урок. Чего? Во имя Исмира ты не уйдешь живьем! Фус, руда! Нанятый головорез? А что я сделал? Вы разгромлены! Отступаем! Это все, что умеешь? Проклятие! Мне с тобой!
Он нанимает этих головорезов на меня. Я спокойно себе хожу. Вот договор. Сейчас прочитаем, что за договор. Так, грамота, кстати, это... Так, здесь оставайся, Йорик, убийца, предатель. Будь проклят за грехи твои перед миром лордом. Так вот, которого мы убили. Да будут имя твое и деяния твои позабыты, и амулет твой под нашей печатью прибудет. Угу. Так, договор. Нет, договор. Почему ты не переключаешься? Вот. Вот оговоренная сумма, Мила Кунис, вот и заслуживает хорошей остраски. Надеюсь, это тебе по силам. Убивать не нужно, но если сочтешь это необходимым, я ничего не имею против. Анис. Кто этот Анис, блин? Но мы узнаем обязательно. Так, записка от Урага. А, нора зеленый ручей. Так, это все ясно с этим. Блин, ну, слушай, не зря я накинул на себя защиту, я прям как чувствовал. Как чувствовал какой-то подвох. Слушай, тут еще какая-то пещера есть. Пещера мертворожденного. Зловещая пещерка. Давайте заглянем тоже, почему нет? Это что там? Хорус. О, они... А ты чё какой... Слушайте, а он... Он такой жирненький чувак. Так, а я ещё капюшон у меня снят. Давайте капюшон одену обратно. Капюшон мага. Хорус, блин. Хитин Коруса. Так, из хитина мы потом можем, насколько я помню, шлем крутой создать. Вопрос только, из этого ли хитина? Сохранюсь. Блин! Что такое вообще? Это ты кто такой? Грёбаный гремлин, блин. Палмерский щит. Палмерский меч. Золото. Прах вампира. Ухо Филмера. Так, мы перегружены. Окей. У меня есть такой рюкзак. Все. Теперь не перегружен. Еще? А, блин, стой. Мастер укрытия. Блин, больно. И я промахнулся, и ты промахнулся. Давай, я тоже мастер укрытия. Как-то лучше. Палмерский лук. Ого, сколько урона он наносит. Давай заберем. Ого. Тут ничего нет. Ловушка. А, тут типа вот эти шипы бахнут больно. Заботы воина.
Уровень колдовства повышается. Сумка аптекаря. Заберем. Так, там есть еще проход, да? И вот здесь что у нас? Просто тупик. Так, куда пойдем? Давай сначала туда сходим. Так, броню. Металлолом тоже заберу. Почему нет? Монетки. Так, и здесь снова разделение. Так, давай сюда сходим. Так, я, наверное, один еще фермерский заберу у него. Чтоб один оставить себе. Я его сразу... так, оружие. Сделаю. Ой, я его выбросил случайно. Вот так я сделаю. Стрелы. Тоже заберем. Но стрелы, по-моему... Сундук. Это так сундуки здесь выглядят. Железная руда, зелье, магия и золото. Так, а откуда я пришел? Ага, вот отсюда. Интересно, интересно тут. Так. Стрелы. Спасибо за стрелы. Так, сохранимся. А можно карту глянуть? Тут все-таки тоже надо будет заглянуть. Так, ну здесь... Здесь тупик, да. Так, а тут эти... О, сразу вдвоем сагрились, да? Так, и у меня закончилась магия зелья. Всякой фигни. Так. Слушай, а там еще этот. Чего? Так, слушай, а там какой-то чувак, который очень больно бьет. А есть ли у меня зелье? Невидимости, скрытности, сопротивление только огня?
сопротивление у меня уже снова нету. Ох, так, зелье магии. Давай. Может быть, вот так? Блин, они очень больно бьют, я вам скажу. Вот это я зашел, конечно, я вам поведаю эту историю. Так, зелье лечения закидываем. Зелье магии закидываем. Все, у меня больше нет зелья магии. Блин, ну... Я сейчас сдохну, просто сдохну. Я еще в чем-то застрял. Я в чем-то еще застрял. Ой, я что я пью? Я не то пью. Блин, а можно я отсюда выберусь? Не, они меня не выпускают. Они меня не выпускают. Я понял. Крепкое зелье лечения, давай. О, выпустили. А, этот потому что сдох. Он хилится, блин, ты чё хилишься? Сумрачный страж, конечно, ты... Фалмерский шлем. А я уже такое собирал, интересно. Так. Одежда. Это в конце, да, должно быть? Нет, я такое еще не забирал. Давай, заберем. Так, оттуда, да, я пришел? Нет. Туда, да, нам? Нет, вот туда. Блин, ну... Чувачки, конечно, здесь сильные. Возможно, я рановато сюда пошел. Но если бы не мои зелья... Который я собирал и говорил, что у меня их что-то прям слишком много. Спасли мне, в принципе, жизнь. А все это тупик, да? Фундук. Сапоги, гранат, золото, картина. Слушайте, ну, блин, не зря мы сюда зашли. Не зря, я вам скажу, мы сюда зашли. Рюкзак. Обломок. Обломки какие-то. Так, давай забираем обломок нордский. Обломок фалмерский, треугольник. А что это за штуки? Окей, я это все заберу. Слабое зелье лечения. Тайны. Сапоги не буду брать. Одежда. Красное яблоко. Что это такое? Я не понял, от чего я урон получил. Так, стрела. Дневник. Так, я углубился в подземелье гораздо глубже и гораздо дальше, чем это было необходимо. И боюсь, что здесь теперь и будет мое последнее пристанище. Мой бронзовый факел уже давно стал моим единственным спутником и главным орудием, который в состоянии защитить меня как от самых жестоких диких зверей, так и от ударов мощных врагов. Но с защитой от... фалмерских стрел он, видимо, справляется не очень хорошо. Этот факел я обнаружил в глубине двемерских руин несколько лет назад, и его свет заставил меня
испугаться, что в руинах находится другой авантюрист. Или еще хуже, бандит. Но дальнейшие исследования показали, что кроме двемерских автоматонов каких-то, там больше никого не было. После нескольких сражений с двемерскими пауками, попавшимся мне на пути, и мучений со сложными замками, я все же отыскал выход наружу, и все это время факел не прекращал светиться. По всей видимости, свет факела поддерживается какой-то магией, и погасить его можно только специально выключив. К тому же оказалось, что в отличие от обычного факела, он еще и обеспечивает неплохую защиту. Увы, я чувствую, как последние капли жизни покидают меня. Если кто-либо случайно наткнется на меня и на мой дневник, прошу его взять факел себе и хорошо о нем заботиться. Факел Саанда. Окей. Так. Кладка яиц. Это я тоже заберу. Интересно. Так, здесь больше ничего интересного нету. Так, мне получается, как вообще туда дальше идти? Да, там дальше тоже проход есть. Давайте сохранимся. Так, все, это выход. Это выход в Skyrim. Так, там еще у нас осталось. Нет. Кстати, я мог же мадаму свою призвать, чтобы она мне помогала. Ну, надо магию прокачивать. Маны категорически не хватает. Маны категорически не хватает, и нужно прокачивать ману. Да. Вот эти звуки. Но я думаю, что... Я надеюсь, что это... О! Блин, ладно. Мы с вами в другую сторону шли. Так бы сейчас меня маленечко бы огрело. Так, туда, да, мы еще не ходили? Да. Эти звуки, блин, такое ощущение, что уже кто-то ползет на меня. Слушайте, у него... Моя магия сильнее, чем твоя. Это... Корус. Корус. Цапает меня. Это... Блин. Клещуган, блин, а? Скайримовский клещ. Он разозлился. Вот ты чего обиделся, я же пошутил. Круто. Так, подожди, а кого мы убили? Нет, пусто. Стой. Палмер, а почему в тебе пусто? Нет. Подожди, вот с этим тоже пусто. Странно. Ну ладно. Все, тупик. Вроде как тупик. Давайте посмотрим, что здесь. Копать. Место раскопок. Так, я, наверное, сейчас опять какие-то эти найду, да? Обломки, да, я обломки нахожу. Все, место раскопок выкопано. Все. Так, щит я фермерский забирал уже. Давайте в сундуке посмотрим, что есть. Ну, такое себе. Блин, ну крутая пещера. Нельзя
Не зря сходили. Мне кажется, многие просто вообще все бегают, там тэпаются на места. Пропускают вот такие интересные пещеры. Я вот таких чудиков вообще первый раз вижу. Интересно. Кстати, вот какой-то мы подобрали. Так, наверное, в оружии, да, все-таки? Факел. Так. Интересно, а где этот факел? Так. Может быть, в одежде? В разном, наверное. Да, факел. Ладно, пойдемте дальше. Я очень хочу прокачать разрушение. Я очень хочу увеличить свою магию. Чем мы лисичку, кстати, пожалели? Главное, козочек не жалеем. Просто до свидания. Так. Нет, карта мира. Давай, карта мира. О, нам далековато идти. Так, я еще какой-то один... Там скелет. Меня заметили. Скелет, ты чё, блин? Форт Кастав. Древненорский лук, древненорская стрела. А мне, по-моему... Разрушение. А тут тоже маги какие-то. Здрасте, я... Вот это я замедлился. Блин, они мощные, ребят. А у меня куда-то это делось все. Это там ХП, допустим. Так, ну, магии у меня нету, да? Блин, всякой фигни. Подожди, стой! Стой, 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 стой. Блин, но без зелий я бы точно здесь вообще ничего бы не... Некроманты, причем это... Стой, 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 стой. А ты думаешь, у меня нет шанса? Это вы тут лошадку завалили? Так что получается... Так, одеяние. Я заберу, просто продам их. Сердце Даэдра. Даэдра — это бог... Злой бог. Это точно помню. Давай, подойди ближе. Я тебе покажу, кто здесь блоха. Колдун, блин.
Давай, давай, иди сюда. А ты думаешь, у меня нет шанса, да? Еще одна. Ты тоже это хочешь проверить? Так. Интересная вот эта тема, конечно. Порт Кастав. На самом деле бы я бы здесь побегал бы. Почему нет? Но, наверное, уже оставим это на следующую серию. В общем, давайте, знаете, как сделаем. Мы в следующей серии начнем с изучения вот этого форта. И потом отправимся дальше, куда там нам нужно, за книгами. Вот. Поэтому сейчас мы с вами попрощаемся. Хочу поблагодарить всех, кто досмотрел до конца и остался неравнодушным и поставил лайк. Можно даже какой-нибудь комментарий написать, типа: «Вить, давай не проходи это, иди беги за книгами. Нам интересно, что дальше там по сюжету». Хотя уже, наверное, все я прошли сюжет уже, кроме меня. Вот. Либо давай зачищай. Интересно, мы здесь еще не были. Нам интересно узнать, что... Вот это... Меткий был выстрел. Да, я попал, я убил. Все, круто. Либо зачистить, либо писать, бежать дальше. Пишите, посмотрим, сколько кого. Все. С вами был Bad Boy Games, я же Виктор. И увидимся на следующих видео. Пока-пока.